Микрорайон новой зелени не хватает. Акция по высадке деревьев для управляющей компании «Эталон» уже давно стала традиционной. Инициатива, как и прежде, принадлежит депутату городской думы Ильшату Гумерову. Пропускать озеленение этой весной организация также не решилась. Своими силами и с соблюдением всех мер безопасности. Осенью еще раз проведем, ну и весной решили посадить. В этом году порядка 130-150 саженцев привезем. Ну, посадим в пределах придомовой территории, а также на землях общего пользования, которые прилегают придомовым территориям. Всего специалисты завезли порядка 150 саженцев березы и сосны. Посадят их в 15 и 16 микрорайонах. Только сегодня во дворах города на 50 деревьев стало больше. И это несмотря на то, что высадка не входит в обязанность управляющих компаний. Все благодаря инициативе организаций и самих жителей. Но на этом озеленение микрорайонов, которыми управляет «Эталон», не закончится. Помимо деревьев, управляющая компания планирует завести торф в песчаные места района и посеять газонную траву. Кристина Кочерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».